Книга «Открытым оком». Тема «Объединение». Том 17. Вопрос 3173. Что нового по собору и когда снова начнут договариваться насчет объединения зарубежной церкви с Московской патриархией? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Появляются в интернете разные сведения, но насколько им можно верить? Судя уже бывшему, вполне может быть так, как сообщают в Интерфаксе. Москва, 29 июня 2006 год. Переговорные комиссии МП и РПЦЗ достигли общих решений по всем вопросам акта о восстановлении канонического объединения, который будет определять основные параметры нового статуса РПЦЗ в качестве самоуправляемой части Единой Русской Церкви. Как сообщил Интерфаксу секретарь комиссии МП протоиерей Николай Балашов, таков итог трехдневной встречи комиссии, которая завершилась в среду в Москве. Цитата. «По всем разделам акта, нуждавшимся в уточнении, достигнуты общие решения, которые комиссиями одобрены и будут вынесены на рассмотрение синодов. Окончательное утверждение акта синодами в Москве и в Нью-Йорке будет означать восстановление канонического единства и евхаристического литургического объединения между Церковью в России и частью русской церковной диаспоры, отделившейся от нее 8 десятилетий назад. Заседание Священного Синода РПЦ, как ожидается, рассмотрит обновленный проект в июле. Синод зарубежной церкви, вероятно, соберется в Нью-Йорке в сентябре. У меня складывается впечатление, что процесс диалога с зарубежной церковью близится к успешному завершению. Главная часть пути уже пройдена». Конец цитаты. Тут даже комментировать нечего. Сплошной цинизм и бессовестность. Если уж Всезарубежный собор не одобрил акт, то и рассуждать не о чем. Но задание получено, и теперь комиссии, у которых в наличии лишь рекомендательные функции, выдают плоды бессовестности. Создается впечатление, что циники, совершенные безбожники, не считаются с мнением собора и гонят халтуру на гора. Результат скажется по тому, сколько отделится от синода РПЦЗ и сколько в скором времени начнут следовать их примеру из тех, кого насильно повенчали с КГБшной патриархией. И будет только то на плаву, что допустит Господь. Патриархии хочется царствовать и над зарубежной частью церкви, которую советские попы и архиереи клеймили и клеймят раскольниками, сбежавшими от мученического венца. А они тут страдали. Книга Судей 9.14.15. Наконец сказали все дерева терновнику: «Иди ты, царствуй над нами». Терновник сказал деревам: «Если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские». А зарубежные близнецы давно подписались под этим воззванием. Исаия 28, 15, 18. «Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподнюю сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя». И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподнею не устоит, когда пойдет всепоражающий бич
вы будете попраны. Обольститель епископ поставлен царем, синодом его утвердили законно. Напротив, конечно, и мы не попрем. Заколотили нам двери и окна. Сластолюбивые губы в усмешке в разлет. Смотрит всегда из-под лобья по-зверски. С мертвого плату тройную возьмет. И судит, и рядит безбожно и дерзко. Требует больше, и все ему мало. Оброк собирает с приходов по-барски. Торгует мощами, сам жирный из сала. Писать патриарху об этом напрасно. Все внешнее гонит на крестные ходы. Паломники месят дорожную пыль. Мешают мозоли, жара, непогода. Их в маленькой Мекке от хаджа отмыли. Затейник епископ с безбожьем в обнимку расправу творит над попом непокорным, и рясу срывая разденет до нитки и рубит библейское сходу под корень. Часовен настроил на каждом углу, купает в крещенской холодной воде, евангельской вере готовит хулу и может любого с бесчестием раздеть. Прогневался Бог Иегова бессрочно на русский народ за отсутствие слова. Кривые пути по болотам и кочкам, где в секты и в ереси с легкостью ловят. Апостола Павла сюда бы на день, да видит он лютости волка под митрой. Пусть благодать благовестием оденет, разрушит обман обольщения хитрый, и мощи тот час захоронит с почетом, идолопоклонство иконное сгинет. В грехах принесем раскаянье по четкам. Христу воспоются торжественно гимны. 16 июля 2006 год. Игнатий Лапкин.